любите путешествовать, передвигаться по самым разным дорогам, причем с уровнем комфорта легкового автомобиля, тогда эта машина создана специально для вас. Знакомьтесь, Lada Vesta SV Cross. Отличия Vesta SV Cross от его более гражданской версии видны с первого взгляда. Активно развита кроссовая защита кузова по всему периметру. Увеличены до 203 мм дорожный просвет и 17-е колесные диски в двухцветном исполнении. Входящие в базовую комплектацию рейлинги на крыше позволяют разместить там багажный бокс. Там же на крыше расположена антенна в форме акульего плавника. Новый передний бампер с X-молдингами и обновленный задний с интегрированным сдвоенным патрубком выхлопной системы завершают образ динамичного автомобиля повышенной проходимости. Одним словом, Vesta SV Cross всем своим видом обещает вам не просто банальную поездку, а настоящее увлекательное путешествие с возможностью взять с собой все, что полагается в подобных мероприятиях. Объем багажника Vesta SV Cross 480 литров по оконную линию и 825 литров, если откинуть спинку заднего дивана. При этом, кстати, получается ровный пол. Багажник с двух сторон имеет плафоны подсветки и мягкую шторку. Удобные органайзеры, крючки и напольная сетка должны помочь комфортно и безопасно разместить здесь все необходимые вещи. Крышка багажника оборудована удобными ручками закрывания под правый и левый хват. Внутренний мир такого автомобиля, как и его внешность, должен быть практичным и эмоциональным. За это отвечают новые материалы отделки интерьера. Очень неплохо смотрится комбинация приборов с увеличенными оранжевыми секторами и надписью «Cross». Довольно функциональна мультимедийная система автомобиля. Существует возможность сопряжения мобильных устройств и навигация. У водителей переднего пассажира теперь есть подлокотник с пространством внутри. Кстати, в классе такое редко встретишь, но здесь и задний диван оборудован подлокотником с подстаканниками и подогревом. Кроме этого, увеличилась высота потолка для пассажиров заднего дивана. Разумеется, подогревается лобовое стекло и стекло крышки багажника. Lada Vesta SV Cross оборудована бензиновым мотором 1.8, выдающим 122 лошадиные силы мощности с электронной системой регулировки фаз газораспределения. По вашему выбору, коробка передач может быть либо пятиступенчатой механической, либо пятиступенчатой роботизированной. Это позволяет нам чувствовать себя уверенно и динамично практически любой дорожной ситуации. При этом за безопасное и производительное торможение здесь отвечают дисковые тормоза не только спереди, но и сзади. Для того, чтобы дать владельцу Vesta SV Cross возможность без ограничений эксплуатировать автомобиль в различных дорожных условиях, наряду с увеличенным до 203 мм дорожным просветом и защитным обвесом, инженеры улучшили параметры стабилизатора поперечной устойчивости, усилили и сбалансировали настройки управляемости передней и задней подвески. А это значит, в городе за рулем Vesta SV Cross вы ощущаете себя примерно так же, как и за рулем городского автомобиля. При этом, покидая асфальтовые дороги и попадая в довольно пересеченную местность, вы остаетесь все в той же привычной зоне комфорта. Вы знаете, суммируя все увиденное, можно смело отметить, одно из главных достоинств нового Lada Vesta SV Cross – это то, что он позволяет вам сказать «да» активному образу жизни и увлекательным приключениям без потери привычного уровня комфорта.